Всем привет, сегодня дальше развиваемся по игре Stranded Deep. Давайте стартовать. Ничего себе, сколько ростков пальмы, ты посмотри. Вот они везде. Вау. Все в ростках. А кстати, а что если их вообще запустить? Может быть они вырастут в пальмы? Да, можно специально ставить. Фермерская делянка. Такой слабенький картофель. Смотри. Маленький. Может быть нам тогда сплавать на острова за картошкой? Не, давай вообще спрячемся пока что от солнца. Так, я сохранюсь. Да, прям. Выгрей жира. Так, а питье есть? Да, одну. А, все, сейчас тогда заряжу. Да, специально, чтобы у нас всегда вода была. Сейчас смотрим вообще, что можем создать. У нас сегодня же новое видео, значит, будут новые постройки. Так, плита бродяги не обязательно. Ткацкий станок, нету такого. Его закрепляю. Давай. Палки у нас есть? А, кстати, палок-то мало. Нужно 4 нитки. Все, пока что рублю ростки пальмы. Да, побегаю. Кстати, так как ты все деревья вырубил, видно, где змеи. Вообще классно все. Но их нету. В прошлый раз они где-то были под картой, скорее всего. Ну да. Они шипели. Йоу. Он, кстати, с копьем. Нападает свин. Осторожно. А. Так, а где мой лук? Он убежал зачем-то. Зачем он убегает? То есть напал и убежал. Вау. Подожди, лук только у тебя, видимо? А, вот мой лук. Во. Сейчас попробую атаковать свина тогда из лука. Да, стрелы нету. Чтобы именно он не мешался. Ну-ка, издали. Попал и... Да, конечно. На. Попал. И не попал. Попал. Второй раз тоже. Плохо. Так, получается сейчас все в нем. Ну-ка, это что такое? Буя. Это копье оказалось. Или что это? Да, это набегу тоже. Прямо. Все, сник. Устранил опять. Есть. Класс. А, кстати, из кабана же будет еще и кожа. Похоже, шторм начинается. Какая-то ненастная погода. Все, разбираю его. Нам да, мы что? Я только говорю, нам надо плыть за картошкой. Недалеко. У нас странный старт. Просто с шума. Умное начало. О, коллектор полный воды, ура. Он пополняется. Я два раза, и ты тоже. Так, и получается мясо готово. А есть-то хочется. Я хотя бы одно съем. Да. Огромное мясо, все, почти полностью нормально. Да, тоже почти полностью. А, это ты, скорее всего, пиликаешь. То есть у тебя все тоже нормально. Да. Кстати, могу тебе дать еще вот это маленькое мясо птицына. О, давай. Чтобы было полностью. Да, тоже доем, пока не стухло. Раз, два, три. Так, камни тоже нужны. Меня в прошлый раз удивило, что вот одна птица висела здесь новая, старая упала сюда. Кстати, вот еще птица висит готовенькая, если что. Да. Кстати, можно ее, наверное, сразу прям разделать. А, ну можно, конечно. Да, нам надо снова новые постройки строить, чтобы каждое видео у нас чем-то отличалось. Вот сейчас будет ткацкий станок. Нужно 6 палок. Где-то палки есть в каком-то контейнере, все. Да, я оттуда взял несколько для костра. Нашел. Звук шурика 5. Был сейчас. Ну, 4. И палки нужны. Да постоянно все пиликает, это вообще. Они надоели вот с этим маленьким инвентарем. Я так-то сильный ведь. Могу таскать, да, что хочу. Все, ткацкий станок пошел, смотри. А ну-ка, где? Вау. Так, нам нужно как бы не спамить, а прям подряд. Аккуратненько. Ну-ка, на камнях нельзя. Да, плохо, что это нельзя переносить. Мы, допустим, когда сделали дом, в дом бы это все поставили. Кстати, да. Но мы можем это разбить, и нам отдадут часть материалов. Ткацкий станок, скорее всего, если мы что-то принесем, нам ткань разрешат сделать. Сейчас я проверю, как вообще ткань делается. Да, скорее всего. Ткань делается, и если мы подойдем с 4 волокнистыми листьями. А там где-то и были. Вот они, да, лежат. Сейчас я пока выложу сами нитки. О, вода здесь готовая. Вот волокнистые.
Да, у нас каждое видео должно отличаться обязательно постройками. А даже лучше, если бы мы плот построили. У нас там для плота что не хватало, я уже даже забыл. Так бензина нет. А, только его? А, ну для этого, да, нужна картошка. Создаю ткань, все, первая ткань создана. Наконец-то, вот она. Прям скидываю, смотри, это первая созданная ткань. Ух ты. На ткацком станке. Вау. Так, смотрим далее. Еще есть дощечная станция. Но у нас палим нет вообще. Ну-ка. Дощечная станция, она нам что даст? А, видимо, доски можно создавать. Прям настоящие. О, так вообще все полное. Ну я пополняю. Да, сейчас пополню. Можно тут перепить воды, допустим. И да, скорее всего, да, можно, наверное. Я хочу просто попробовать. Вот, допустим, две пью здесь. Нет, ничего не произошло. Больше, чем надо? Да. Так, все, давай сейчас смотреть. О, опять запрыгнул на крышу. Ты раньше не мог. Потушил. Мясо съел. Впрок-то лучше все равно есть. Да. Картошка, она вообще не собирается расти. Кстати, я сбегаю туда же, где раньше рос картофель. Давай. Давай, может быть. А, еще есть. Хотя, мне кажется, еще там есть, еще есть. Змеи? Но пока не шипели. Пробую кинуть в перегонку. Что это вообще даст? Добавить сырье. Закинул. Класс. Кстати, нормально. Еще сбегаю. И мы таки раз заправили двигатели, поплыли. Йо-йо-йо-йо, я тебя слышу. А ты слышишь ее или нет? Нет. Сейчас я попаду. Ты спрогнозировал, что она под картой. Ну, кстати, да. Ее же не видно. А, все, вижу. Она под камнем. Окей, раз. Чё? Два, убил. Она хитро под камнем лежала. Вот она. Сейчас я ее только сразу разберу. Да-да-да, разберу ее. Могли дать кожу змеи, в принципе. В тебя стреляю. Ну, как бы специально, чтобы стрела не ушла. Стрела ушла. Прикол, даже слегка сломал дом. Это была попасть. Кстати, а вдруг прикрепленное мясо не тухнет? Это как спасение, пока так. Тестово. Возможно. Ну-ка, пистолетик. А, все разобрано. Я только что выставил настройки на максимум. Почему-то они у меня были не на максимум, на средних были. Может, из-за этого у меня не прогружалось? А, возможно. Когда ты-то сервер создавал, у меня там, я видел какие-то странные текстуры. Вот у меня у дома какие-то странные текстуры. На крыше и на стенах. Которые вечно в мою сторону поворачиваются. Кстати, подожди, я сейчас принесу бревно. Это возможно... Ага, в смысле 13 дней прожито. Нам сказали, что 13 день. А, ну только начался, видимо. Тогда. Ладно. Опять змея шипела. А, еще все, нашел. То есть это уже 0. Не, я не убил еще. О, за мной бежит. Ой, мимо. Мимо. Пока 3 мимо. Да на, не мимо. Разбираю. Прикол. Дисконнектнуло, что? Ох, gross. Так, подожди, я только сохранюсь, не запрашивай. Да-да-да, пока жду. Сейчас я копия перекину к себе. Сейчас. Давай. Прям на базу кидаю копии. Коннектнуло. Так это даже не Roblox. Roblox чувствительный к нету, а тут-то прям вообще должен был быть, видимо, очень плохой нет, чтобы выкинуло. Но при этом он хороший. Прикол. Видимо, я за того, что зашел заново на стройки. Сохранил, все, сохранил. Запрашиваю. Не запрашиваешь. Ну, пока написано представление к сеансу. А, да, все, запрашиваешь. Запрашиваешь. Класс. Ты вырубил специально, чтобы дольше играли. А, все, сейчас смотрю парус, пока осторожно. А, кстати, надо растопку.
Ну все, парус закрепляю. Одна веревка. Кстати, парус вообще легко делается. Хоть каждый день можно их создавать прям. Там вообще. Кстати, легко... возможно, да, у него будет что-то вроде прочности. Возможно. Сейчас будет вообще все нормально. Вот прикол, допустим, если у него окажется прочности, которую мы не знаем, раз, и он сломался. Вот, смотри, пути. Парус пошел, ты его увидишь. Ничего себе, он огромный. И что его, куда там? А, он показывает, куда мы поплывем. Стрелка, видишь, куда-то направлена? А, да. Подожди, стоп. А, во, нас не стоять здесь просто. Ну, конечно, по центру. Менее уязвимо. Ура, у нас парус есть. Удерживайте, чтобы что? Нижнее? Бам. Вау. Ну, камеру разворачивает, конечно, знатно. Давай его пока вниз. Я прям с тобой тащу. А, давай. Попытайся сейчас удержаться. Сейчас я улечу. Попытайся, не. Пытайся держаться. А вот, кстати, поровнее, нормально, да? А, да. Сейчас смотри, смотри, еще. Еще ровнее будет. На воду прям. Вот, есть парус. Сейчас смотрю, что еще можно сделать. Удерживайте, чтобы поднять. Ой, это ты поднял? Да. Ничего себе, мы думаем прям одинаково. А, вот еще руль плота, все, закрепляю. У нас сейчас вообще будет по плоту видео похоже. Вот смотри, руль несу. Так, наверное, возьму копье и пойду. А, давай. Руй. Посмотрю на руль. А, подожди, да, тут он не поставится, потому что он не в воде, гад. Ладно, рискну стащить в воду. А сейчас я уплыву. А, все, держись. Как-то выживай. Не, сейчас уплыву, допустим, миссис Платон. Когда ты его на воду поставишь. Миссис Платон. Во. А, нет, давай на железном, на железном. Вот, вот сюда. Ну вот так как-то. Так, удержите, чтобы управлять. Смотри, я сел. О, рулит, рулит, рулит. Ура. Удержите, чтобы остановить. Класс. То есть можно, получается, на парусе, что ли, на одном? А давай тестово сплаваем. Так, надо сначала сохраниться. Состояние такое, полусреднее. А, ну два раза выпить, конечно. Пополнить. Мне кажется, допустим, одну можно для кого-либо оставить, а вторую тоже. Разделись прям. То есть у нас уже не по два, по четыре будет. Ну давай. Эти СПФ надо повысить. Звук шурика. Сейчас надо разбить. И что, что пустой кокос? Да, но пока что я жду жару. Раз, два, на риске. Ох, после перезахода пропали эти странные текстуры. Вот, ты понял, да, меня? Вот они были. Там все разворачивалось, так подходишь, оно разворачивается. Да-да-да, у меня так же было. Сейчас. Но, видимо, после перезахода и обновление текстур изменилось. А, СПФ ждешь? Так, не, ну да. Ты можешь под навес встать. Так, стоп, я за веслом еще пойду. А, кстати, я могу, да, под навесом встать. Ну, вообще, возьму, поем. Коптильня. О, новая птица, смотри. Я тушу. Да, ура. Вот, ну-ка, можно птица. Так разделать? Отсюда не разделывается. Давай тоже ее пожарим, допустим, на дорогу. Ну, давай. А, мне не дают взять, что? Мне не дают взять. Потому что что? Потому что не ты ее ловил? Ну, ты же ее взял, вот она. А, ее нету. Нет. Прикол. Она у меня есть. Все, разделывай. У тебя просто все переполнено. А, она у меня висит. А, есть. У меня есть свободное место. Возможно, какой-то баг. Ну ладно. Да и ладно. Коптильня. Я так просто... беру одно копченое, ем. А, нет, даже не ем. Прикол, я не могу есть. А, давай я тебе дам его. Вот. А, давай. Потому что я-то не могу есть. Мне уже некуда. Вот это мясо взялось. Все, поел. И опять СПФ. А забираю весло отсюда. Прикол. Да куда ты сел? Не, весло так просто не берется. Все подобрать. Ты меня видишь вообще? А, ты уже готов? Да, я уже на плоту стою. Мне вообще, кстати, нравится сохраняться, потому что это надежность. Сейчас просто тестово хотя бы куда-то отплывем. Если шторм, сразу потащим плот на берег. Давай. Все, просто отплыть хотя бы здесь вот, поплавать вокруг. Нам можно просто вокруг острова поплавать. Я все, да. Все, расправляем. Парус, я пока. А, давай. Смотри, управляю. Кстати, плохо, что его нельзя разворачивать в разные стороны. Вот в рафте, по-моему, это можно делать. А, вот я рулем что поворачиваю, смотри. Ничего себе нас несет. Прикол, как мы уже далеко уплыли. Мы на плоту. Смотри.
F12. Разворачиваюсь. Так он без двигателя нормально плавает. Так-то. Да, он прям очень быстро. Тут плотно, разве медленнее. Как рулить, чтобы прямо надежно? А, в принципе, все правильно, да? Если жму D, направо поворачиваем. Жму A налево. Сейчас ты тоже поуправляй тестово. Давай. Ой, веслом только бить можно, нельзя. Ничего делать. Я под навес пока что. Вот, я налево сейчас поворачиваю. О, молодец. А, все, плыви тогда к берегу пока что. Там у нас кто-то ходит как будто. Он новый игрок. Не, это знаешь кто? Аппарат для создания кожи. А если на W нажать? Она просто прямо... А, так мы так и так должны меняться-то. Потому что SPF у меня вот сейчас растет, я под навесом. А, прикол. Сейчас я давай, залезай под навес. Управлял. Все, сейчас смотри, я... А, да, SPF прям очень... мы уже доплыли. Очень жаркий день сегодня, допустим. Я сейчас специально... Ну-ка, давай я тащу плот. А, давай. Попробую. Вот так вот. Я пока ничего вообще не делаю специально. Класс, это вообще супер. Ого. Кстати, во, идеально ровное место, кстати. Да, давай. Так, оставим пока. Да, ничего себе, да, мы сделали красоту. Все, я тогда весло кладу. Оно вообще не нужно. Я только бить могу им. Опять тогда сейф. Сейчас будем думать, что делать. Я чайку вижу. Бить деревья. Так, чайку срываю. Сегодня очень жаркий день, как будто бы. А кокосы можно специально есть. Вот так скидывать, вот так, видишь? Прям в угол. Кстати, надо побегать по острову, может быть, есть какие-то пальмы новые. А вон юка, дерево выросло для веревок. Да. Ничего себе, у нас плот плавает. Мы можем сплавать на парусе, если что. Просто за картошкой. У нас потому что в делянке можно. Ничего не растет. А, ну как не растет? Вот уже нормальные такие листья. Но это не картошка. Я, кстати, не понимаю смысл делянки. Вот смысл. Если я картошку мог просто кинуть в перегонку, зачем я ее сажаю? Или она больше урожая даст? Вот это непонятно. Теперь сюда, даст больше. Да, по логике должна была больше давать. Но она уже... Вот это она по центру растет, да? Да. Класс. Вот она только по центру и может. Фермерская делянка скоро даст нам картошку. Надо еще, кстати, создать бурдюк. Вот это будет очень ценно. СПФ повышается. Бурдюк — это контейнер для воды, в который можно набирать больше, чем в кокос. Ну, улучшенный, можно сказать, кокос. Да, сейчас я смотри. Скорее всего, создам. Подходим к аппарату. Ну, я пока по острову бегаю. Все, бурдюк создан. Бам. Ну-ка, где? Вот он валяется. Бери себе один. Сейчас иду, догоняю. Да, если второй создать. Да вы надоели вообще постоянно пиликать? Не, они постоянно пиликают. Это, кстати, неприятно. Вот он, бурдюк. Ты взял его? Все, да, в него воды можешь набирать. Впрок. Вот здесь. Раз, два, три. Ничего себе. А, и все. Только три деления. Ну, хотя бы. Так у нас только дощечной станции нет, все, я тогда ее и буду создавать. Давай. У нас тут металла прям очень много. У тебя есть обычный топор, не улучшенный? Примитивный? Да, не улучшенный. Есть, вот. Кинь вот его. Выкинул. А, все, спасибо. Он, скорее всего, нужен. Это сделан. Сейчас будет дощечная станция. Я просто видел огромное бревно. Оно тоже нужно для создания. Прикол. Я прямо оттуда прибегу. Вот прямо отсюда. Например, у нас вроде даже острова никаких нет. У тебя прочность улучшенного топора какая? А, сейчас посмотрю. Посмотри. 100%. А, все, тогда свой использую. Да, его, видимо, как создал, так и не использовал больше. Все, бегу. Вот интересная вещь, что если ты в режиме создания находишься, вот так, смотри, я бегу к тебе с устройством. Да, я его вижу. Я ведь захватил-то бревно вдалеке, а мне разрешают его здесь поставить. Я бревно-то не несу с собой, но так и лежит вдалеке. Но раз разрешили уже тогда, теперь оно вечно в активном состоянии. Вот сейчас смотри. Все. Ух ты, защищенная станция, вау. И мой топорик здесь сфоткнут в бревне. У меня теперь нет топора, но есть зато тот твой простой. Я его сейчас улучшу. То есть это улучшенный топор, да?
Да, это лучше. Да, улучшенный нужен был. Какая-то полка. У нас, видишь, возможно, сегодня не будет строений, связанных с улучшением дома именно. У нас сегодня по плоту, скорее всего, приколы. Возможно. Так, я пока пью. Справой. А все четыре выпью. Можно, допустим. Левую, допустим, не можно ставить. Да-да-да. Все, заряжаю. Все, прикол. Выпил, а нечего даже заряжать-то в аппарат. А! Как так? Я все четыре выпил, там все листы на месте. Ладно. У меня состояние просто идеальнейшее. Листьев у нас уже мало. Остается. Кстати, надо еще бурдюк весь создавать. Я пока рыбы поймаю. А давай. Да ты мелкая сардины. Она же тоже разбирается на целое мясо, как чайка. Мелкая акула. Тут голодать-то вообще невозможно в этой игре. Ну-ка. Куча листьев. Чайку прям в доме. Ты газировку вскрыл? Газировку просто. Раз, два, три. Еще одну рыбу разделываю, поджигаю костер. Газировка, допустим, на необитаемом острове создала. Да. Так, ты за своим опреснителем не следишь. У тебя там один лист всего. А, ел, да. Сейчас подкину. Не, чайка пусть новая ловится. Я эту сниму и кину в дом. Давай. И она не испортится, кстати, тоже плюс. Скорее всего, нет. Как будто она живая, кстати, раз я она из твоего опреснителя попиваю, из своего. Ну, типа, так, раз, сейчас смотрю. Два. Звук Шурика. Да, всё. Тут уже это... Нужно еще листья подкинуть. А, мне вот нельзя. Пока просто кину. Мы не сохранялись уже минут 10 или сколько-то. Не сохранялись. У минуту. Меня вообще нормально. СПФ. Вот еда готовится сейчас. Да, но у меня еда пока что уже полная. О, картошка выросла. Закидываю картошка быстрее. Вырос? Да. Ну-ка, где? А, я все уже закинул. А, сейчас надо полить. Вылей из бурдюка. Подожди, нет. Да, тут да, одно сейчас. Противоядие. Есть. Полил? Вылил. Ура. То есть странно, что вода не тратится, земля же должна засыхать. Значит, и другая картошка выросла, скорее всего. Та, которая была основой. Ах ты, а нет. Не-не. Пустая и пустая пока что. Еще недолго осталось. Получается. Выросшую картошку собрал, да? Да, и она дальше будет расти. Сейчас похоже. Все, нам нужны делянки, по идее. И сколько у тебя картошки сейчас? Ну, сейчас я два раза закинул. Подожди, а перегонка? Подожди, перегонка-то не идет, потому что я не поджег костер. А. Смотри, тут еще костерок же есть. Аппарат же не работает просто на картошке, оказывается. Все пошло, варится. Топливо. Вау. Yes. Вот и все. Все пыхтит прямо. Так, ну-ка встань, я тебя сфоткаю. Будем по воде. Давай. Перегонка там, кстати, вот. На заднем фоне наш катер стоит. Уже катер, можно сказать. Перегонка коллектор. Ну скоро и картошка поспеет. Создать тебе вот такой корабль, что он вот слева находится. Так, а что можно еще? Я сейчас попробую второй навес сделать. Кстати, да, если дадут, мы можем навес сделать прямо здесь, вот где находится. Вот, смотри. Руль. О, можно. Дают. Класс. Так это вообще шедевр. И все. Два навеса, считай. Под навесом сидишь, управляешь, а другой стоит. Да. Другой вообще двигателем. А, кстати, двигатель автоматически является еще и рулем, я так понял. Его, наверное, можно вращать. Ну-ка, сейчас проверю. Удерживайте Е управлять. Ну-ка, если удерживать. Видишь, вращаю. А, да. Вот и все. Класс. Он же еще и руль, если что. Видишь, если мы перемещаемся на двигателе, то мы сворачиваем парус. Кстати, нужно именно удерживать, получается, смотри. Ну-ка. Да, я как понял, двигатель нужно удерживать. Если отпускаю кнопку, то она, видишь, возвращается обратно. Так. Я заправляюсь. Давай, пока. Я выкину камень обратно в эту пушку. Заправляю плот.
заправил. Ну там не намного. Это прям. Но нам нужна еще, конечно, канистра с собой, я так понимаю. В идеале это. Возможно. Но у нас нет картофеля для этого дела. Шторм начинается. На прикол. Так уже говорим отплывать. Снова дождь. Так, мы не сохранялись несколько минут. А может все кокос можно закидывать? Надо попробовать тестово разрубить. Ищу. Да, либо такой, либо целый, либо разрубленный, либо половинки. А пока что не дают ничего. Вот у меня еще бревно, смотри, сейчас будут доски в дощечной станции. А, кстати, это откуда у тебя бревно? Пальма была? Да, одна была. Дощатый лом. Один создал, кстати. Но дорого создается-то. То есть одно бревно, а это сколько получается? Одна доска. Все, создаю вторую. Так, некрасиво, конечно, то, что создал. Я весь гофрированный лом сейчас потрачу на делянке. Бам. Да, мне поливать не даю. Да, нечего поливать-то. Я тогда сажаю юкофрукт пока что. Я пока чайку разделываю. Ура. Да, у нас будет две картошки, два юкофрукта. Так, прикол, у нас уже есть много мяса. И вообще надо больше картошки, значит, сажать. Я еще только создам, я же не зря доски сделал. Дощатый лом применю. Вот, смотри. Так тут все просто в делянках. Футбол. Голштей. Ну все, я по крайней мере хотя бы 4 уровня как минимум. Гол. Смотри. Ничего себе. Да камни. Куда улетело? Ну-ка вверх сейчас кину. Так, вау, она почти чуть ли не в воду улетела, наверное. Кстати, улетает очень далеко. Я прям тебя оттуда кину. Только он улетел не туда немного. Так это почти невозможно контролировать. Кстати, этот ящик ощущается, как будто он действительно тяжелее. А, это не полито. О, картошка? Нет, еще не выросла. Да уж, мы тут прям раскидали. Еще есть, кстати, одна капля бензина. Все, заправляюсь. Вообще класс. Все получается. Бам. Так, у нас там такая скорость, наверное, будет. Заправить. Мы, получается, будем отправляться именно за лутом. Быстро. Раз сплавали и быстро обратно. Реально, вот он, бурдюк, создается. Прикол. Из палок просто. Не, я бы даже не догадался. Никакая логика здесь не работает. Ну, никак не догадаешься, что палка нужна. Кстати, так можно для контейнеров специальный домик построить? Вот. Да-да-да, все. Я сейчас построю одинарный дом. Из оставшихся. Но это не жалко. Мы еще потом наберем. О, чайка прям при мне попалась. Да, вижу. Чайка прям при мне попалась. Я видел, как она со стороны контейнера летела. Нет. Класс. Нет. Не видел. О. Все, строю здесь. Кое-как дали поставить, вижу. Движение. Я никуда не двигался. Еще одна чайка рядом с тобой была. И улетела. О, еще стена. Все, уже здесь можно крышу ставить. Вот и крыша пошла. Все. Это чисто склад для сундуков. Я пока поищу. Классно. Вот, но смотри, сколько молотков. Улучшенных, вот, я стою прямо рядом с ними. Ого. Вот лучше бы топоры давали, какие-нибудь стальные. Зачем стальные? Нам вроде бы как. Так у нас даже тут места не хватает, кстати.
людей для разработчиков. Все, контейнеры разобраны. Но это такой склад, конечно. Смешной. Вот чайка лежит. Вот склад, тут аж все валяется мимо. Так ровно положил. Ровно прям. А, шторм. Ну вот, кстати, куча ткани. Ой, чайка. Нельзя подписывать-то здесь, видишь, ничего. Я беру молоток, не нужно, если что, даже можно выкинуть. У нас их постоянно перефаром. Так, я посмотрю, поплыли. Что у меня есть. Улучшенный копье. А, еще бурдюк так, заправь. Я не знаю. Бурдюк заправь. Да, у меня полный. А, у меня полный. Ну ладно, я одно копье возьму. Так, чисто, если кто-то будет нарваться. Все, разворачиваемся. Впервые будем просто заводить плот. Я даже не знаю, как это делается. И вообще он как плавает, быстро, не быстро. Может быть, даже мне нужно будет его наоборот управлять им. Так, меня замотало. Вот сейчас смотри. Сейчас, кстати, подожди. Кто-то, допустим, управляет плотом. Куда ты поплыл-то? А почему задний ход какой-то? Подожди, задний ход как будто бы. Нас обратно отнесло. Ну, парус скручен. А, во-во. Надо было на W нажать. Стой, скорость. Ты SPF-то смотри там. Сядь за руль. За тот, за свой. И просто сиди там. Чтоб тебя не мотануло никуда. А это рыба плавает, что ли? Которую я замотал. Похоже, да, вон она так плавает. Все сохранилось. Так, скорость, скорость. Ты посмотри. Как будто сейчас даже перевернёт. Я на тебя сейчас смотрю. Ну-ка, F12. О, так даже фотка есть. А ну-ка, подожди, ну-ка, да, стрельни. Так, ничего себе, скорость. Там кит слева, кит. Вижу, да. Я к нему пока. А, рули к нему. А, давай. Да, потому что мне сложно почему-то управлять. Вау. Кит? Ничего себе. Так, подожди, стоп. Ой. Испугался нас. Я фоткаю ничего просто. А давай на этот левый остров тогда. А, вот видно. Нам кит помог определиться. А, сейчас я вырубаю. И ты доруливаешь. Чтоб топливо экономить. А, парус. А, все, все. Он нам сейчас поможет доплыть быстро. Ничего себе у нас сегодня прогресс. Суперский. Ну-ка, сейчас я отойду. Во. Кадры. Вот сзади остров тебе. Так, ну-ка, может как-то так. Кстати, там змей как будто даже нету, наверное. Не, на этом нет. Классный остров, мне кажется. СП в состоянии суперское, я даже тоже под навес стану. Так мы могли даже два двигателя создать. Так, и наш, значит... Нужен скотч. А, да. Сворачиваю. И я вытаскиваю плот. Вот не, так. Смотри. Нет, давай вот сюда. Сейчас, подожди, оттяну. А, давай. Сейчас ладно, я. Пускай. Нам нужно его развернуть к нашему острову тому. Я думаю, вот он. Вот, смотри, сколько здесь юки. А, мы нормально уплыли. Без ящиков. В руках-то. А, прикол. Ну давай рубить тогда. В руки просто нарубим. Так, только, то есть, только дерево рубим, да? Да. А тут, кстати, только лута здесь нет. Только одна юка. Только одна юка. А нет, вот пальму. Ну я одно попробую. Тут сферы буя лежат. Кстати, нормально. А, ну и прикол, части двигателя. Острые? Разбиваю. Не, вот здесь, на корабле. Сейчас всплывут. Неплохо. Но это для новых секций плота. То есть они, получается, удерживают плот на полу. А не базовая часть. Так, волокнистые листья, копье. Тогда выкидываю примерно к тебе туда. Так, где мне это плота? Вот он. Кстати, я копье кинул от корабля, если что. Ладно. Если ты его увидишь потом. Так, акула, сейчас давай я тебе... Давай. Ну, я рублю деревья. Акулу хочешь поймать? Да никого, просто на акулу нападал. Кстати, я контейнер кину.
И в него накидаю всего. Прям сейчас отсюда под водой. А, кстати, у нас же контейнер есть. Теперь. Ну, все, я теперь контейнер беру. Все. Ну давай. Теперь у нас есть немного воздуха. Я в контейнер накидал. О, акула подтолкнула, спасибо. СПФ нужен. Я сижу под навесом. Так, хватит нападать-то. Странно вообще. Смысл нападать? У меня тут кирка. И мы здесь обосновываться, получается, не будем, да, временно? Нет, мы сразу обратно отвезем. Да, нам нужно еще забрать контейнеры для лута. Нам, получается, нужна картошка, значит, нам нужны острова со змеями. А может, нам части двигателя не нужны? Даже сейчас, вот глина. Сейчас выкину. Ничего себе, прям насыпал гору. Во, и так попробуем плыть. И пальма. Все, готов? О, нормально. Да, да, вот так. И это все сейчас уплывет, кстати, на этом, потому что я ничего в интерьере при этом не оставил. Ох, йоу. Оно улетает немного. Сейчас, подожди. Оно прям дергается. Но пока не запускай. А, стоп, подожди, стой, стой, стой. Что? Смотри. Как это? Прикол, смотри, где двигатель. А я его не вижу вообще. У меня тоже его нет. Вот смотри, тут есть вот этого только. Не, это его запчасти. А, вот двигатель остался. А, не-не. Да. Подожди, нет. А что с ним произошло? Непонятно. Транс. Двигателя типа нет уже. Ага, двигатель нет, у нас же там было заправлено. Может, его и нельзя вытаскивать на берег, он типа отломается? Ну, он отломался, на разные части там валяются. Сейчас я тогда сбегаю за ними. Давай. У нас хотя бы парус есть. А, прикол. Не-не-не, нельзя, плот тонет. В одну сторону. Тогда выкидывай. Спасай вещи, да. Краб не нужен. Сейчас, подожди, я создам двигатель. Транспорт. Ну, хотя я могу сесть за руль. Несу двигатель. Нет, лучше за руль, пока садиться не буду. Единственное, что у нас не будет топлива сейчас. Значит, на берег его нельзя вытаскивать, нужно будет создавать якорь. Будем всегда на якоре стоять. Возможно. Либо опять же какой-то баг странный случился. Снова просто двигатель есть. Ну да, там ничего нет. Давай тогда за счет паруса. Я просто сяду за него. А все, поплыли? Давай, я просто сижу за ним. А, подожди. Сейчас остановлюсь, заберу контейнер, раз могу. Он прям за нами плывет. А думает, ошибемся? Прям. А нет. А если мне копье кинуть? А нет, не надо лучше. Ну воткнется. Бесполезная трата. Да, да, там надо много. Будет. Поросенок под водой бегает. Утонет. Вот сюда тогда. Морская свинка получается. Да. Так, плот. Вот парус. Опускаю. Да неужто нам якорь нужен? Ну ладно, давай еще раз вытащу, нам же не жалко часто. Да. Кстати, картофель вырос. Смотри. Реально? Вот, да. Ну как раз таки вырос тогда, когда не нужно, когда все запорото было. Прикол. Ну как бы все равно нужно. Добавить, ура. Выгружаю. Все, что да, есть. Да, сейчас у нас будет топливо, но... Сейчас как-то его даже опасно, наоборот, ложить. Так, еще у меня улучшенное копье почему-то на полу валяется, ладно. Транспорт, все, якорь есть. Да, он тоже свисает. Все нормально. Якорь есть. А давай тогда в воду кину. Не, сейчас ладно, не давай. Надо. Не, ну сейчас... Вот именно сейчас опасно. Как будем на другом острове, сразу кинем и в воде его и оставим. Уже юка, кстати, выросла. А, точно. Надо порубить. Главное, да, не очищать. Веревка. Тоже рубанул. Вычитай, она потом еще раз должна вырасти, я думаю. Странно, что не дают собрать вот это вот дерево.
Ну, то есть рубить. Не, можно мотыгой. А. Кстати, я прям в нем нахожусь. Кстати, бензин тратится экономно достаточно. Значит, я буду еще умнее. Я буду канистру с собой таскать с бензином. Чтобы можно было двигатель создать и резко уплывать. Да, можно. Сколько порций у меня? А, ну нормально, у бурдюка 3 порции. Так, подожди, мы контейнеры взяли с лутом? Нет. Надо в этот раз, да, взять полные. Тут все пустые ведь? Нет, не все. Сейчас, подожди, я еще одну веревку создам. Ну, я взял целых 3 штуки. Пустых, да? Да, ну вроде все пустые были. Ну, подожди, я даже перепроверю. Двушку даю. Сейчас, йоу, камень, сейчас снесем двигатель. Выжили. Тогда поплывем направо. Не-не, левее, левее. Смотри, там слева остров со скалой, самый левый. Во, смотри, вот там. Все, останавливаемся пока. Рыбу заберем. Ах, ты не берется. Я просто не вижу остров. Все, плыви прямо и немножко правее. Немножечко правее. Вот так? Все, да-да-да, вот сюда. А, кстати, парус надо активировать. Не, парус все нормально. Свернутый должен быть. Сейчас будем якорь кидать. А, это уже нужно нарвать. Все, якорь кинул. Так пусть и стоит. Так, и он не одноразовый, надеюсь. Ну, надеюсь. Вот странно, да, в рафте одноразовый был? Что за глупости вообще? Я нашел картошку. И змею, осторожно. Змея есть. Есть. А, мы здесь были, подожди, смотри. Там, здесь. Да, краб валяется. Сейчас знаешь, что сделаем? Подожди, змея к тебе ползет, осторожно. Прям к тебе, реально. На песке она уже. Я просто хочу создать копье. Ты ее видишь вообще? Пока нет. А, вон, вижу, да. А, вот видишь. Так. Вот так, смотри, мимо. На. Воткнул. Вижу ее. Да куда ты там прыгаешь? Она прыгает. Вижу ее. Все. Неплохо. Проткнул прям. А, и зачем разделываю? А у нас здесь есть вообще база? Смотри, а если мы разделывать их не будем? Может, они никогда не заспавнятся? Она же так и будет валяться в виде кожи. Прикол. Картошку нашел одну. Кстати, мы не взяли, по-моему, противоядие ни одну. Да, так мы недалеко живем. Давай искать картофель еще. Да, давай. Я пока по пляжу побегу. А, нормально, хитро. Хм. Не, так ты не бойся попадаться-то, ты чё? Может быть, есть. А, змей по пляжу. Странно, что ты нету. Боишься погибнуть. Где-то ее непонятно где слышу. Вот где она? Непонятно где она ходит. У меня просто свин напал, но это не страшно. Свис. Отключение. Что произошло? Ну пока не подключайся, мне надо свина устранить. Давай. Сейчас раз просто двигатель отлетит, когда на камень наеду. Прикол. Все, я сейчас дрифтую. Да, класс, скорость вообще супер. А, топлива мало, да, и ладно. Тут балку можно, мне кажется. Гонки устраивать буду. Смотри, бам, парус. И на руле. Типа вижу. Ага, ну да, кстати. Странно. Кидай якорь. И он резко встает. Кинул. Вот так. Вот мы плывем четко на остров, возможно, без скал, но у которого есть длинные деревья. Но у меня его нету. А если подойти ближе? Нет. Но я его вижу уже очень давно. Видимо, не очень далеко. Рисовка. Так, теперь нашего острова не вижу. Сейчас раз, допустим, там уже 10 других таких же островов. Давай сейчас тогда кину ящик так, чтобы мы плыли по его направлению. Да.
давай. Потому что если что, мы на правый остров поплывем еще. Сбрасывай. Вот так. Все, вот так как-то. Ну, кстати, неплохо. Остров. От острова небольшое расстояние есть. Если что, может сюда будет забежать какой-нибудь кабана. Вот, смотри. Он указывает туда, куда нам надо плыть. Примерно. А, да, примерно так. Да. Если что, просто я его так и здесь и оставлю. Так, ну-ка. Давай пока лутаться. Давай. А остальные я кидаю вот сюда, смотри. Все. И ты тоже можешь выкинуть, если ты брал. Да, есть. Парочка. Их просто заполняй лутом. Накидывай вот туда лут вот. Всякий. Прям сразу. Нету. У тебя этот контейнер. А, это контейнер-ориентир, да? Один контейнер-ориентир, его вообще трогать нельзя. Сейчас все. Потому что мы, скорее всего, еще на другой остров поплывем. Не беру. А потом вернемся сюда. Так, я ем фрукт, чтобы мне воду поправить. Картошку нашел одну. А камни собираю, камни нужны. Да, камни, палки. Там ин. Камень. Да. Краб, взлетай. Ё, кто? В смысле? Кабан. Да, да. Он заматывает меня, заматывает. Я спасаю тебя. Да, сразу же укусил краб. На. О, наколол краба на копье. Прикол. Я не знал, что такое возможно. Это мое копье есть? А, нет, вот мое. Одно твое, да. Его разделываем, но у нас еще змеи не устраненные. Да, ну и они сюда не идут вроде бы. Мы сейчас поплывем на другой остров. Вот на тот, соседний, за картошкой. А потом на этот вернемся. А, вижу вдалеке. Чуть-чуть прям. Сейчас пока жди. Чуть-чуть остров видно. Бинокль. Йо, СПФ, все, я пошел в этот плод. Давай. Бери один контейнер, потому что это часть, наверное, твоих. Это твой ведь? Ну-ка. У меня-то вообще не берется. Ну, вроде бы мой. Все, плывем. У меня уже бить начало. Все, так сейчас оклемаемся. Потом вернемся сюда. Да, но почему-то у меня СПФ не поднимается. Так, подожди. Я сейчас якорь сброшу. Не-не, не надо. Я сейчас парус останавливаю. Я его разверну. Теперь сбрасываем, да? Ну, давай-давай. Все равно видно, где. Вот тут остров. Во. Скинул? Да. Все, сейчас смотри, опять. Я выкидываю здесь ящики. Так, ну всякий случай направлю один. Он пустой? Он не пустой. Это что там было? Кассира. Вот, это ящики для лута. И вот это вот. А, это тоже для лута? А, это направление типа? Да, один направление. Все, класс. Вот сейчас осторожно. Ух ты, две морские звезды в одном месте. Смотри. Где? Сейчас к тебе гарпун кидаю. Прям к плоту, смотри. К нашему плоту кидаю. Во, полетел. Воткнулся в песок. Если ты ко мне побежишь, увидишь. Беги. Я тебя сам вижу. А я не вижу, где ты? Беги. А, так я на корабле. Ну ты, скорее всего, на меня смотришь. Чайки. Ну, беги куда-нибудь. Левее беги. Вот, да, правильно. Беги, правильно. Там трезубец. Нашел? В песке воткнутый. Нету. Еще кидаю копьев только в тебя. Во. Там вижу. Стой пока. Сейчас тебя еще кидать буду. Бам. Ладно. Сейчас смотри, попаду ли? Пока не вижу. Еще. Пока дальше просто кидаю. Видел, пролетел. Неплохо. И еще смотри. В тебя прям. Висит типа сник. Все, у меня нету. Больше ничего. Копий нет у меня. Я тут смотрю, просто лут. Канистра. Кстати, я могу тебе сделать копье. А, это улучшенное, но пока не надо. Не улучшенное, обычное.
Так а мне зачем? На улучшенной у меня нету кожи. Я ж сам тебе сейчас накидал. Мне просто не нужно, мне есть одно. Ну ладно, так. Все, я к тебе возвращаюсь, вот я. Пока бегу по пляжу, буду уже постепенно приближаться к центру. Нам сейчас надо картошку привезти, и это у нас будет финалом. Картошка. Ой, краб. Это мне? А, у нас нет. Да, он краб какой-то странно от меня убегает, ладно. Один картофель нашел. На этом острове еще одна картошка есть. Ее нужно найти. О, кирка сломалась. Вот. Кирка уже. Я погиб. Чему? Да, я погиб. Найди ткань синюю, она должна быть в ящиках. Проверь их. А, вот вижу. И еще слева тебя сразу же есть росточек. Где? Вот, прям вот. Все, создавай нитку. А потом пробуй бинт. Есть. Бинт есть? Лечи, есть. Там написано будет лечить. Во, видишь? Вот. Класс. Ты вылечил? Вау. Я опять играю, как ни в чем не бывало. Вау. Так, нам нужно как-то дожить. Ну, кстати, вот ткань на тебе. А, ткань? Да. Кстати, мы можем же еще создать бинт. Мы немножко с этим не готовы. Сейчас я создам еще бинт. У меня жизни так всего лишь одной полоски нет. Нам еще картошку надо, и мы сматываемся уже обратно на острова, на свои. И держи. Вора. И эту пальму я бинт, соблю. Если что, у меня есть, но я его выложу. Давай. Вот мы сейчас направлены на остров, скорее всего, на котором только что были. Ну, скорее всего, потому что туда направлено было. Пока отключусь, посмотрю. А, ну, также одно сердце. Нормально. А, вот они восстанавливаются? Ну, вот вижу остров. Вижу его пляж. И вот сейчас надо найти ящик на нем. У нас есть 6 бинокль, да? Ну да, но он в одном из ящиков, скорее всего, не поможет. Потом возьму. Вот смотри, это скорее всего он же. Мы же вот прям недалеко отплыли. Да. Это должен быть он. Наизусть запомнил. Тут скал нету. Сейчас я боком развернусь как-то. Видишь, я вокруг оплываю. Да. А, вот он. Нашел ящик, все. Значит, плывем вот сюда. Вот видишь ящик? Да. Ну, кстати. Вот сюда плывем. Все. Он прям указывает сюда. Все. Класс. Вот так плывем. Наш плод просто раз. Нашел бинокль. Это под забор. Подними вот этот сундук. Вот этот, если можешь. Да, могу. Все, отлично. Я пока смотрю. Сейчас я гляну в бинокль. Давай. Не, пока островов никаких нет. Это скан. И надо плыть либо левее, либо правее. Левее. Я помню, ты даже. Ну я вот остров вижу, какой-то вдалеке. Может быть наш? Не, там корабль стоит большой. Ну рядом с ним где-то есть красный контейнер. А, подожди, все нормально. Там наши домики даже вижу. А. Наши домики наш? Вижу. Прикол. О, кит. Бы... Кита видишь? Вау. Да. Это, кстати, все попадет на видео. Он просто высунулся даже... уже. Я в бинокль смотрю. Ух ты, вода. Он даже выплеснул воду. Видел только что прям фонтан. Вот и кит. Вау. Кит, привет. Кстати, очень близко нас подпустил. Смотри, он очень близко нас подпустил зачем-то. Странно. Взять, поймать его прямо сейчас. Подожди, мы хоть туда плывем? Сейчас смотрим. Ну, у нас же бинокль есть, да. Не зря. Вот наш остров, да. Там домики, 3 домика стоят. И там какие-то люди бегают. Аборигены уже обживают. Тогда паркуемся между контейнерами и домиками.
Можно просто между домиками красиво попытаться. А, между? Так я так смогу, наверное. Так, отойди пока. Ты прям по центру сейчас стоишь. Тут навес тоже мешается. Нет, скорее всего, между домиками столько нет места. Сейчас попробую. Сейчас раз дома просто осыплются от удара. Так это не наши дома. Ну нет, тут не так не поставишь. Мы сейчас застрянем в скале. Все, я сейчас паркуюсь. Ладно. Тогда можно где-то здесь. Вот сейчас прям ставь на якорь. Вот так вот. Вот смотри, как все получилось. Смотри. Просто выходим к себе. Так, сразу же, конечно же, сейф. Все, скидываем тогда? Да. У костра вот здесь пусть будет бинокль, чтобы прям знать, что он здесь. Давай. Картошка поспела. Юка, дерево даже выросло, смотри. Да-да, сейчас я закину пока. Все, картофель закинул. Красота. Вот. Во. Ну-ка, может, на таком фоне? F12. Огород, но плота не видно. А, вот и плот сейчас на фоне плота. Вот так прям стой, да. И я тебя сфоткал на фоне сада. Во, стою. С мотыгой. Ну-ка, прям фермер какой-то. И вот на этом уже вырубаемся, это прям точно.